Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по онлайн-игре с выводом реальных денег на Piratas. Игра радует, работает, платит. Зарегистрировалась я здесь еще в 2018 году. Это было 13 сентября 2018 года. Заработала я, конечно, здесь неплохо и продолжаю зарабатывать. Заходить сюда надо не реже, чем раз в 3 дня, чтобы собрать прибыль. Потому что потом таймер тормозится. Значит, у меня на балансе 14 009 пиастров для вывода. Это 140 рублей. И вот для найма. Как бы у меня немножечко есть. Сейчас я соберу прибыль. Собрать прибыль я еще сегодня не собирала. Я ежедневно захожу. Вот у меня здесь накоплено. Вот эту прибыль я собираю. Собрать. Далее я собрала. Сейчас пойду получу бонус. Ежедневный дают. Это обязательно. Вот мне дали 16 пиастров на покупки. У меня 1000 пиастров, я могу нанять одного пирата. Далее что? Продать сокровища я сейчас продам. И вот здесь вот у меня. Так, у меня 14.009. Продать сокровища. И у меня стало 157.28. Что я хочу сделать? Я хочу купить, обменять денежку, купить одного пирата, нанять. Так, я ищу обмен. Здесь один к одному. Эту сумму я стираю. Здесь можно как бы вручную. И я за 5 тысяч. Я ввела. Сейчас попробую обменять, сколько это мне будет. Ага. У меня стало 6000. А заведу-ка я еще 4 тогда тысячи. Я куплю, смогу купить 2 пирата тогда. Остальные сотню я выведу. Еще 4000 тогда. Обменять. И вот у меня 10 тысяч. Сейчас я найму пирата и выведу денежку. Так, увеличить команду. И я сейчас вот за 5 тысяч два. Вот у меня пират первого уровня дается один как бы в подарок. Одного я купила, и я купила вот двух вот этих пиратов. Я пополняла. Ну, я уже это как бы свои денежки уже вернула, и я уже зарабатываю как бы на инвестирование здесь. Видим, да, я свои уже сюда не закидываю. Значит, нажимаю принять. Так, новый пират принят в команду. У меня осталось 5 еще. И я еще одного тогда найму. Принять. И все, у меня 4 штуки. Так, далее что? Вывод, друзья. Так, пополнить, заказать выплату. Видим здесь новые пополнения, новые выплаты. Тут я проверяю, чтобы бывает округляется сумма здесь, чтобы было. Это у меня 67 рублей 28 копеек. Так. Нажимаю выплату. И выплачено. Платят, друзья, инстантом. Не забудьте оставить отзыв в группе ВКонтакте. Идем на почту. Так, оповещение. Так, подождем. Должно прийти.
что-то у меня мимо почты прошел вывод. Значит, за сегодня вот у меня 1-29 апреля, видимо, не было выводов. Сегодня первый вывод. И 29 апреля. Перевод выполнен. 66-64. Комментарий Nike Piratas. Вот. Выплата пользователю Елена. Вот. Платит он инстантом, все замечательно. Но только что мимо почты почему-то прошел такой платеж. Так, сейчас я перейду обратно в игру. Так, не забудь оставить отзыв в группе ВКонтакте. Идем ВКонтакт, конечно же, оставим. Сейчас я лучше поставлю. И 26 апреля, вот видите, здесь отзывы 27, как бы, это у нас за 28, это вчера, вот, так. Спасибо за вывод, и ставлю отправить. Я отзыв оставила. Вспоминаем и выводим. Это уже второй сезон. Также уже прилично работает игра. Я довольна игрой. Я, в общем, кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, друзья, проходим мимо. Что еще я хочу добавить? Один момент. Здесь можно зарабатывать абсолютно без вложений. Хочу, чтобы вы меня услышали. Так как дается один пират за 1000 пиастров в подарок. И фишка в том, что здесь нет заглушек на вывод. Я начинала здесь работать абсолютно без вложений. Я пошла в плюс, так как я работала здесь без вложений какое-то время. Потом уже начала, я, наверное, с полгода без вложений. Ну, потом, почему бы и не закинуть. Вот после того уже я как бы прикупила себе пирата. Так что, друзья, заглушек на вывод нет. Набрали минималку на вывод 1 рубль. Ставим на вывод. Вот. До новых встреч!